А во Франции какая столица? Я не помню. Ну как, я ж тебе специально стишок сочинил. Папа француз, говорит мой малыш, едем за сыром скорее. Париж! Немец для сына купил пластилин, за ночь построили город. Берлин! Поработаем. Внимание! Про полковника Родина вы знаете. Он отбирал детей-сирот по всей стране и забрасывал их за границу по программе обмена студентами. Это называлось школой юности. У нас была сеть агентов по всему миру, и связи с ними не было на протяжении 15 лет. Только что двое из них засветились. Нам они нужны живыми. Я 15 лет думал, что ты мертв. Ты вообще понимаешь, что я чувствовал все это время? Юность – смысл моей жизни. Это для тебя он фанатик, а для меня тогда он стал отцом. Зачем ты пришел, а? Поговорить с бывшим другом. Ты всегда все решал вместо меня. Я хотел дать тебе то, что никто не сможет отнять. Что же вы за поколение такое? Все про себя сливаете. Кто вы? Где вы? С кем вы? Я же не шпион и не агент. Я никто. Такую мечтает услышать любой отец.